делали. Вот вы знаете, я в своей жизни ни разу не видел ни американского посла, не общался там ни с Колем, ни с кем там Обамой или еще с кем-то. И вот удивительно, как много «Единая Россия» тратит времени на вот анализ этого всего. Так, друзья мои, какие проблемы? В Wikileaks написали, такие-то люди хотели там кого-то подкупать. Так давайте их арестуем и предадим справедливому суду. Что же за такие удивительные высокопоставленные чиновники, которые лоббируют интересы американцев, находясь, видимо, в правительстве или в администрации президента, откуда же еще можно лоббировать? И с которыми не может справиться «Единая Россия» или, там, не знаю, ФСБ или еще кто-то. Давайте их арестуем завтра всех. Давайте им хотя бы отправим в отставку. Это же не происходит. А почему не происходит? Потому что наши замечательные члены «Единой России», как я уже сказал, денежки свои они держат в Америке. И когда, если мы поедем в какой-нибудь там город Майами, мы увидим, что все замечательные пентхаусы скупили русские чиновники. И этих всех русских чиновников наши американцы держат за жабры.